Привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в Stand Off 2. Первым делом мы откроем с вами бокс. Потом пойдем в соревновательный режим, допустим, это будет. Не знаю, карта Sandstone, не. О, давай. Далматинец. Ладно, погнали в этот, как он, соревновательный режим. Ну, давайте, это лето. Sandstone. Идем на Sandstone. Я это видео переснимаю третий раз. Если сможете, пацаны, поддержите лайком, расскажите друзьям, подписывайтесь. Пишите нормальные комментарии, а не подпишитесь на меня взамен. Поэтому, пацаны, если хотите, то лучше надо сделать сейчас, это потом, а не потом. Что, ждем. Сорян, я паузу не могу сделать, потому что у меня такая запись экрана, что нельзя сделать почему-то. Что, ждем? Интересно, за какую команду меня поставят? О, неплохо. Блин, почему у меня пин 2? Ой. Как вот я с таким красным этим убил челика в голову с юспа? Еще раз убил. Как я это делаю? У меня вон сколько много FPS. Это FPS. Блин. Блин, пипец как лагает, ребята. Вам, может, это не видно, но мне это так видно. Вообще. Да сколько? Блин, пацаны, какого это у меня FPS нормальный? Точнее, пинг. А FPS вообще? Смотрите, я сейчас покупаю, допустим, М16. Не. Вот это. М40. И смотрите, что я сейчас сделаю. Нифига. Это за то, что у меня лагает. Ну, вы сами видите, да? Ай, видите, как лагает, а ну пипец, ну пацаны. Вон, 19-20 FPS. Я представляю, кто-то с таким FPS играет. Ой, блин. Блин. Одного забрал, второй меня забрал из-за того, что у меня лагает. Норм. Норм. Вообще. Она тут одна ничего не сможет сделать. Хотя... Да нет, не сможет. Ну, 1 килл она сделала. Причем с ножа. Сейчас денег 3000, блин. Так, давайте с вами возьмем, допустим... Ну, давайте юмпик. Это и гранату. И закинем вон туда.
Ну что это такое? Ну блин, ну я бы убил челиков. Ну из-за этих лагов, блин, дурацких. ФПС бесит. Ну бесит. Ну чё ты его не убил? Пацаны, ну конечно, да. Так, ну чё? Видос идет 5 минут, и у меня так лагает, а? Ну что это такое? С такими лагами, блин, куда нельзя. Ну блин, ну это ГГ. Ну как, ну пацаны, ну блин, ну конечно, да. Ну да, ну да, ну да, из-за лаги. 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 Ладно, пошли тогда на... А, пацаны, конечно, этот видос я выпущу, хоть я тут и проиграл, но придется его выпускать. Ну как? Пацаны, ну увидели, да? Я стою справа, он меня убил. А, ну да, меня еще выгнать хотят. А, дебилы. Кто начал? А, меня еще выгнали. Конечно, конечно. Чё, блин, такое, а? Записываю видос 7 минут, 8 почти. И, конечно же, меня выгнали. Как всегда. Называется «Слава, иди ты». Дальше не скажу. Ну, блин, пацаны, ну что это такое? Пипец. Ладно, давайте еще раз попробуем. Ой, это сейчас как было. Два раза игра началась. Да. Ну что? Наконец-то. Ну что, пацаны, все, это, наверное, если я не смогу выпустить, то сорян. Хотя не смогу. Все, поставили точку, не смогу. Чё ж меня сначала выгнали из-за лагу. Если не получишь сейчас эту катку, то мы идем в закладку бомбы. Там хотя бы выходить. Ой, выгонять нельзя. Вон пинг какой. Пацаны, вот посмотрите в правом верхнем углу. Что у меня там написано? Смотрите, просто чекните.
Ну, конечно, да, с таким пингом, блин, никуда нельзя. Блин, что такое, да? Сейчас мы их обойдем, а? Ну да, ну да. Ну почему у меня такой этот маленький FPS? Ну бесит меня. Беру в конце его, забираю и все. Чё он встал? Тык, тык, тык. Допустим, возьмем броню. Ну и все. Чё вот вверх у меня 30 FPS, вниз у меня тоже 30 FPS. А прямо у меня 20 FPS. На, забрал. Да, это что так? Пацаны, ну так неинтересно, опять читер, а. То одно, то второе, то читак, то еще что-то. Читер. Ты только понял, что он читер? Да что такое? О, мы забрали раунд. Чё? Ты как? Ты чё? Что? Пацаны, вы это видели? Карен читак. Не Карен, а парень. А, они ещё его убирать не хотят. Нормально. А, нормально. Не, ну... Ну видите, ну это же. Ну видите, да? Пацаны, все, чекайте его ID. 5587779292. Все, пацаны, вот он. В клане Винт Джем. Пацаны, кикайте его, пишите разрабам. Пишите разрабам и так далее. Чтобы его забанили. Ну да, ну да, ну да. Ну это ГВМ, ну что это такое? Ну читак, ну читак, блин. Пацаны, просто вот запоминайте его ник, запоминайте все. Вот он. Все, пацаны, если хотите, кикайте, баньте его. Баньте его и так далее. Ну что это, пацаны, ну что это такое, а? Ну просто дурак.
Интересно, что у него за звание? Ну-ка. Профиль. Бронза 4. А КД? Чё КД такое маленькое? Вроде чита. Его тоже. Челы, пацаны, если знаете, как текилы, как убивать. Ну что это такое? Пацаны, просто баньте всех. Вот я показываю, иди баньте, вот кроме меня и вот. Вот те, кто в той команде. Ну, кажется, ничего не так. Ну, ты можешь попасть, нереально. Ну, что это такое? Ну, дебил, ну, просто. Ну, это просто, это ГГ. Хотя, может, это что-то было убьёт. Ну, да. Да. Пацаны, пишите разрабам, пишите кем, кого знаете, просто вот кто, может, у вас друг там еще. Bomb has been planted. Bomb has been defused. Видите, вот он вышел, пацаны. Bomb has been planted. Bomb has been defused. Красавчик! Чутака завалил просто. А я этого завалил. Чё, он возродился? Ты чё, чутак? Офигел? Собака, а? Собака. Пацаны, меня таких хотят. Мне даже спец написал. А мы тут должны в ранге сливать. Ну что это такое? Ну, пацаны. Вот он сейчас нас по базе убьет. Хотя... Блин. Пацаны, ну это, конечно, вы видите, да, что там как бы, ну, это ГГ, потому что, ну, смысл вот сейчас играть. Эти все вышли, а мы вдвоем остались. Ну что мы сделаем против чутака? Мы возьмем ему. И вот грыну закинем и все. Пошел уже. Bomb has been planted. Ну видите, да, ГГ? Чутак. Меня еще понизили. Все из-за читака. Ну, пацаны, ну вы видите, да? Меня еще и понизили до сильвер один. Ну, меня еще и понизили. Ну, что это такое, ну, пацаны? Не, я просто обижен. Ой, обижен на этих читаков. Разрабы, пожалуйста. Если вы смотрите это видео... Хотя бы хоть раз забаньте его. Верните мне хотя бы голд 1. У меня был голд 1, из-за читаков у меня все слетело. И сделайте нормальную защиту от читаков. А то я, блин, третий раз пытаюсь записать видео из-за того, что читаки везде.
Потому что, ну, блин, ну это бесит. Заходишь, а там читаки. Пацаны, ну увидите, да, меня еще и понизили. Вот у меня был тут 99 КД и Сильвер 2, а стало Сильвер 1 из-за того, что попался читер. Ладно, давайте хоть в закладку бомбу сыграем, что ли. Ну то, блин, какой-то скучный видос получается, одни читаки, блин. Пацаны, кто хочет, у кого есть голда, пожидайте, копим на керамбит клав. Чем быстрее накопим, чем быстрее будете видеть меня с ножом. Как все ютуберы. А то у меня, блин, я ютубер, а ножа у меня нету. Ну хотя эти ютуберы взрослые, а я не очень, то да, конечно. Ну а так, пацаны, пожи, кто может, хоть хотя бы 20-100 голды, и так потихоньку мы соберем. Потихоньку мы соберем. Может, я продам какие-нибудь скины, у меня будет 10 голды, может быть. Хотя нет, 10 не будет. Пожи, пацаны, вот кто сможет... Кто добрый, кто донатер там. Боже, пацаны, задайте 3000 и скиньте мне. Неужели тут читаки? Спасибо, чё. Давай, попадай, говно. Да блин, чё так лагает? Залетай, 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 залетай. Ничего, нифига не попадает. Так, давайте купим БТР-150, наверное. Ну и все, ну. Гранат. О, у них золотой ветеран. Пипец. Пошли на Б. Че вы, красавчики? На миду. Прикрывать. На базе, что ли? Давай! Попробуем КР-12. Блин. Он двоих забрал. Блин, собака. Да какой, я же 2 килла сделал, красивейших килла. Так, давайте попробуем тогда для красоты взять М43. Ты дебила, это сила, да, убила, это мост. Не, наоборот, не помню. Ну кто? Ай, блин!
Давай, ты что, попасть не можешь? Серьезно? Мне их что-то даже жалко. Давайте возьмем АВМ, что ли. Так, ну что? Все, это последняя катка, последняя на сегодня. Сегодня и так был крутой видос, потому что вы видели читера. Вы, надеюсь, его забаните. Они на Б, да? Точнее, на респе. Крыса! Ну блин, ну бесит! Вот крыса! Видите, он крысу. ОВМ, потом Сибу забыл. Ну блин, на улице дождик, на улице слякоть, она... Офигеть! Я ему флешку закину, пацаны, тащите. Я ему флешку! Хватает, блин, не хватает. Пацаны, АВМ, ВАПа. О, господи, ну где ВАПа? Ладно, возьмем АК-12. Они все на респе, кажись. И кидаем им туда флешку. Брал одного. И они нас всех растащили, все. Бенди, блин, читак какой-то. Всех разносит, всех. Чистую, блин. Пацаны, видеоролик идет 30 минут. Это я сыграл, блин, до хрена каток.
Ну как? Чё? Тима крыс. Ну чё, его забрать не можете, но... Пацаны, ну что это такое, а? Господи, спаси. Просто тьма крыс, вот чекайте. Сейчас я зайду. Допустим, пошли. А пошли-ка мы на Б, реал. Видел. Здесь возьмем и ему. Так, туда вот так. Три дебила. Ну что это такое? Я ушел за стенку, блин, они у меня пришили. Такой ножку, блин, как молния сверкает. Б. Посмотрите, насколько у него ID. У него играет всего лишь 613 часов. Дурак, мы проиграли из-за этого дауна. Его еще и убили. Да. Да. Ну просто, ну пацаны, ну что это такое? Как вот ты его не забрал? Фига себе у меня наклейка. Токсик. Он идет. Диффузит. Красавчик. Не сливай коллаж. Так, все, ладно, я собрался. Я беру, допустим... Хотя, ладно. Взял два. Так, все, пацаны, закидываем. Смотрите, вот такой получается дымок. Я не понимаю, почему моя тима тащит, а я не могу. О, блин, габелла, габелла.
Может, за них зайти? В чем разница? Ну, поменял ты калаш, и что? Пацаны, я будто стрим делаю. У меня время, ой, уже видос идет столько. Так, бомбу. О, господи. Все, пацаны, я беру юг. Беру флешку, дым и это. И беру, сейчас идем на Б. Ой, на А. Все, пацаны, погнали. Идем тащить, так сказать. Накидываем такой дым. Приграждается. Прикольный дым. Bomb has been planted. Они с Б пойдут. Блин, все, мы взорвались. А, это только я взорвался, тот убежал. И то. Ну, пацаны, ну ничего, 7-4 мы выиграем. У меня, конечно, 6 скиллов, но не важно. Хотя бы что-то. Давайте возьмем вот эту пуху. Давно я с ней не играл. Я передумал. Блин, куда им хае? И туда вот такой вот дым красивый. И вон он там все. Так, ну что, пацаны, в принципе, мы затащили. И вот сейчас мне дают АВМ Террорфанта. Чекайте. Пожена, пацаны, ну дайте АВМ Террорфанта. Пожена, пацаны, ну АВМ Террорфанта. Вот собака. Ну что, пацаны, будем заканчивать. Прошло, блин, 40 минут. Я 40 минут снимаю это видео. За это точно лайк, за это точно подписка, за это точно комментарий, за это точно показ друзьям. Ну чё, пацаны, будем прощаться. С вами был Слава. А, стоп. Сейчас я вам покажу свой КД, ой, свой ID, чтобы вы смогли меня добавить в друзья. Ну, и вас, или я вас. Ну, короче. Ладно, всем пока, всем удачи.